Да. Добрый вечер. Кому добрый, кому не добрый. Короче, вы живы. Это самое главное. Что такое? Что случилось? Это интересно. Поэтому эмоции. День приносит массу впечатлений. От неба, от солнца, от работы, от общения. И вот есть мы, люди, которые есть. Душа наша питается эмоциями. Она хочет праздника, счастья, радости. Но когда нарывается на какую-то фуфло, когда нарывается на какой-то обман, человек испытывает свои эмоции. Эмоции быть обманутым. А когда тебя в лицо обманывают, ну, врут тебя, ты тоже испытываешь какие-то эмоции. А эмоции сами по себе не грех. Грех – это, как тебе сказать, манипулировать, давить на эмоции, да, вызывать в людей искусственные вот эти эмоции, искусственные, ненастоящие. Это проблема, проблема, когда давят на жалость, давят на Богом, давят, пугают адом, еще чем-то проклятиями. И вот что влияет на человека? Эмоциональный подход, какое-то внушение такое. Вот человек вот просто на эмоциях движется, по-другому нет. Рассудок он такой. Рассудок включается тогда, когда ты согласишься эмоционально с этим, ты тогда будешь подбираться. А если тебя давят, а эмоции не проявляются, то ты победитель. Знаешь, Бог говорит, не бойся. Вот часто куча эмоций. Эмоции. Бог говорит, не бойся. Вообще, вот бояться – это дурная штука. И когда тобой, ну, разными манипуляциями давят на страх, чтобы ты боялся, то реально, это не Божий Дух, не Божьи люди. И вот это вот уговаривание, какие-то убеждают тебя, и тебя пытаются все время внушить что-то тебе, что тебе надо же поменяться, короче, но ты понимаешь, когда ты имеешь внутренний вот этот мир, тоже это эмоция, мир, ты уравновешенность, эмоция. Или когда тебе хорошо, ты восхищаешься чем-то, да? Или удивляешься, это хорошо. Но когда тобой манипулируют и давят тебя, давят, понимаешь, вынуждают делать то, что ты не хочешь, это колдовство, это религиозный маразм. Вот, поэтому, ребята, вот эти посты ваши, вы тоже, я понимаю, всех, кто пишет там что-то, вот я тоже, я вызываю у вас какие-то эмоции. Ну, я еще с умыслом вызываю, я хочу увидеть отклик, чтобы я хочу увидеть отклик, дошло до вас, коснулось вас, вы поняли меня или нет. Это, ну, как бы так. Но суть не в эмоциях, а суть в направлении твоей жизни. Понимаешь, есть жизнь, у каждого человека есть жизнь, как бы мы живем, как хотим. Кто-то потерял направление, и им легко манипулировать. То в одну крайность, то в другую, то такая мода, то такая мода, то такие страхи, то другие страхи. И люди, как бараны, как там собака гавкала, туда побежали. Там погавкала, туда побежали. Понимаешь? И вот эти люди вот мучаются, понимаешь, страдают. А надо как-то иметь, кто там гавкает. Понимаешь? Кто гавкает. Когда тебя даже типа увещевает какой-то, даже пророк, ты поговори с ним, чем он движется и из-за чего. Не надо быть просто таким дурбеликом, реально, который будет всему верить. Не надо всему верить, лжи не надо верить, манипуляции не надо верить. А обличать надо, вот это вот, прекращать. Потому что люди очень изысканно научились манипулировать своими движениями, поведениями, формами, местами писания выучили наизусть,
Нелегко. Это же Бог сказал. Это написано. Это же такое ударение. Это такая сила. У меня такой динамит. Я ж манипулирую не своими какими-то штуками. Это же не я. Это ж я ни при чем. Это же Бог сказал. Через меня, наверное, да? И там в Библии написано. И ты, правда, должен служить за Бога, потому что я дорогу. Ну и, конечно, мне как бы это. Преференции. Ребята, не ведитесь. Иисус нигде не говорил, что будет написана книга, и вы по ней будете учиться. Будь Дух Святой, исполняйся Духом Святым. Не хватит слушать балаболов реально. Меня можете не слушать. Ты можешь послушать, плюнуть и развернуться и уйти. Но ты прочувствуй. Понимаешь, вот в чем суть. Я вот стараюсь почувствовать не то, что человек говорит, а то, почему он это говорит. Что им движет, что он это говорит. Увидеть вот это движущее, что движет человеком. И еще посмотри, куда он идет. Какая цель этого человека. Что он вообще в жизни хочет. И ты тогда будешь более-менее иметь. Вот тут порядок. И везде порядок. И здравие будет для всего тела. А если вестись на всех этих клоунов, которые красиво говорят, говорунов, этих богословов и бакалавров, то ты реально останешься строитель коммунизма в Советском Союзе. Строил, 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 все бабло туда ухатил и никакого коммунизма не получил. Так и никакого царства Божьего не получил. Поэтому, ребята, вначале дух, цель, куда идешь, понимаешь? И остальное все потом. Остальное все потом. Вот так. Вопросы есть, нет? Живите, храните свое сердце чистым, эмоционально, ну и эмоционально и прочее. Так вот. Душа, дух, тело. Не ведитесь, когда вас торопят. Что ты стучишь, вот это еще ходишь, стучит один. Стучит, стучит. Короче. И не ведитесь на эмоциональное. Даже если там кто-то я, как вот это глаза таращишь, там руками машет. Успокойся. Ты, посмотри, а что, ты, что случилось? Знаешь, ничего, без тебя земля крутилась. Еще будет 200 лет крутиться, возможно. А может нет. Поэтому не надо. Это нету конца света. Нету пожара, который все бросает, беги. Нету этих всех штук. Просто есть жизнь. То ли человек живет вечной жизнью уже сейчас. И не ведется на вот эту суету, вот это все, вот это движение. А, давай, о, туда, о, сюда. Он живет в стандарте и не разменивается на похлебку, не ведется на какие-то предложения. Понимаешь? И все, все. Кто там смотрит меня, кто не смотрит меня, я уже буду заканчивать. Бишь, на меня смысл сказал, что мне еще буду вас объяснять. Кто понял, понял, кто не понял, не понял. Можете уточнить вопрос, задать, подключиться. Если нет, то я буду закругляться. 2 минуты. Что такое? Так ты продолжи. Я уже закончил эту мысль. Мысль я закончил! Ставь лайк, чтобы я увидел же какой-то реакции. И вообще реакции никакой. Я вообще... Я уже эмоционально... Какой-то отклик должен быть. Вот какой-то палец вверх, палец вниз. Дулю покажи. Что-нибудь. Это как с мертвыми разговариваешь. Ну воскресли все быстро. Воскресли с мертвыми, говорю, встали. Встали воскресли, проснулись. Ой. Что там? Хорошо, что у тебя хороший настрой. Так не исполняться духом, и будет настрой хороший. А если люди духом не исполняются? Чем исполняются? С Виталиком поговорил. Оказывается, бухает Виталик. Бухает Виталик. Почему? Ну что легче, конечно, потратить бабки, войти в заблуждение, в какое-то псевдо какое-то удовлетворение, успокоение бухлом. Чем исполняться духом? Понимаешь, ну что тут стоит исполняться духом? Открой уста, я наполню их, понимаешь? Лорабах лорабашак, лорабах лорабашчик, говорит.
Ты не знаешь. Бесплатно. Ты приходит к тебе какое-то такое состояние. Бог тебя отделяет от суеты. И ты дальше. И приближает к себе. Вот эти вибрации, даже вибрации тебя лечат тело. Когда ты кричишь. Воззови ко мне. Воззови. Дух Святой. Вот это звуки. Звуки, колебания, они тоже лечат тело. Матюки! Вот говорят, заколебал ты меня, знаешь, заколебал. Человека довел до какой-то истерики. Ты можешь заколебать человека своими вибрациями, которые выходят из твоего уст. А Иисус говорит, я убью его. Как там? Дыханием уст. Он такая... Нету дьявола. Меня ж убьет. Просто скажет, там меч. Ты просто говоришь. Происходят невероятные вещи. Он говорит, что это? Он беснуется. Это тоже уже реакция. Понимаешь, что тут-то в этого человека происходит это. Вдруг включается мозг, который был отключен. И он начинает, что это, вопрос в жизни первый задавать. Что это? От невежества. По незнанию или неверующие, или незнающие. Невежды. И у человека даже от этого включаются мозги. Что это? Я первый раз в жизни вопрос задал, а что это? Что НЛО? А ты такой, Все. Опа, планка упала, человек чик-чик, кнопки нажал, избавиться отсюда, избавиться от этих духов, от этих проповедников, закрыться, все, чур-чур-чур-мене. Понимаешь? Все. Такая проповедь была на сегодняшний день. На ночь. Я, наверное, на ночь вам вдохновил божественными откровениями. Так что не ведитесь на эмоциональные и психические расстройства людей. Ведитесь, чувствуйте дух, как Володя Шулин говорил. Чувствуй дух, он скажет. Перечислит ли мне денег или не перечислит? Ты робишься. Что дух говорит церквям? Что тебе дух говорит? Ой, капец. Да. Да, в такой ситуации дух заговорит, реально. А как? Возвысь голос, наполнись. Я подожду ваших комментариев. Может быть, соизволите натыкать мне пальцем несколько букв.
приходит. Бог сотворил мир, насадил рай, человека поместил и больше ничего не делал больше. Отдал творчество Адаму, теперь наполняй землю. Твори города, мосты, красоту наводи в этом мире. И что? А взяли и просрали. Просрали все. Про его туалеты. Человечество нас так засрало мир, что Бог дернул ручку туалетного бачка и смыл его нафиг, утопил. Поверх всяких гор водой залил, чтобы все сдохли. Так засрали мир. Смыло это безумие человеческое. Нет, чтобы что-то построили божественное. Казармы построили, тюрьмы построили, детдома, эти казематы, пыточные, какие-то на кладбище поминальные, концлагеря настроили. Что человек хорошего построил в этом мире? Что человек хорошего построил в этом мире, скажи! Доказательство сгорит. И все человеческие настройки — это дерьмо, сгорит. Только божественное останется. А что божественно, ты покажи, что эти люди построили божественно в этом мире? Что? Thank you.
хочу любить, а я хочу любить, хочу! Научи меня, Боже, как любить? Любим вот столько в этом мире, вот столько, чуть-чуть, маленькую капельку, все остальное просто страдания, зарабатывание денег, влачить жалкое существование в добывании пищи, устройство своего места, постройка дома, любви выделяются маленький кусочек. Секунды. Одни хотя бы минуты не купишь ты. Ни за что.
Мяу! Проповедник. Бородатый проповедник. Бородатый проповедник. О. Жена обрадовалась, как я проповедую. Она улыбается, мне нравится. Зашла жена и улыбается. Смотри, ее муж, конечно, страшно выглядит, ну, страшно привлекательный, наверное. Понимаешь, ты минуты не копишь жизни, а просыраешь часы, дни, годы напрасно пропиваешь, просыраешь, проработаешь на этих рабовладельческих лебедь кирпичей, твои жизни уходят. Песок, как моча этого верблюда. Ну что, все? О, Валера пришел, привет, не пугай людей. Не пугайтесь меня, не надо меня бояться. Thank you.
Что такое? Каждому прожить на этом мире. Бог дал тебе возможность побывать в этом мире, прожить свою жизнь, как ты хочешь. Познать, посмотреть по сторонам, потрогать, пощупать, съесть, проглотить, окунуться, полетать на самолете даже, нырнуть под глубину, познать женщину, родить детей. Как мы проживаем? Где благодарность? Бог удивляется, он сам между нами ходит. Бог говорит, вот! Бери! Если мало будет, я тебе еще дам! Не бойся! Любви. Понимаешь, я понимаю, всем хочется любви, но когда человек не находит любовь, он сходит с ума. Он заканчивает жизнь самоубийством. Человек без любви — это просто чучело, набитое костями, мозгами, говном. За внимание. Мешок с дерьмом. Инвалид. Да, Валер? Господи!
что вы говорите? Господи! Господи! А не делайте то, что я вам говорю!